Нам бы пригодилась помощь Найрин, она может оказаться шпионом. Она может оказаться шпионом. Может. Но она же убила парочку этих чуваков. К тому же у нее перегрузка. Давайте смотреть правде в глаза. Ария мне нахер не нужна, а Найрин нужна. У нее перегрузка, а у Арии какое-то говно ненужное. Так что, как бы, умом-то я понимаю, что на самом-то деле, возможно, она засланный казачок. Но без перегрузки я идти не хочу. Поэтому, как бы, этика, мораль моралью, а я там, где у Арии платина. Ой, да нахер мне этот платина не упал, пойду чайник поставлю. Нам бы не помешал бы. Вот тут нормально. А если я буду щекотить так? Щеки. Разломай генераторы щитов. Да по ним хер попадешь. У меня пушка не стреляет. Смотри, вот генераторы, да? Вот тебе не нравятся генераторы щита. Ну вот. Ну что ты мне предлагаешь? Ну что? Ну что я сломаю? Как? Ну что ты от меня хочешь-то? Ну посмотри! Все! Отстал от меня! Разломай генераторы щелда. У меня есть абсолютно раковая кулстория. Абсолютно раковая кулстория. Абсолютно раковая кулстория. Я вам ее быстренько расскажу, чтобы просто как можно меньше народу ее услышало. Вот вы первые пришли, вам эта кулстория. Короче, вчера ходили в магазин. И я увидел на прилавке. Рядом я увидел, как какая-то хрень продавалась, называлась Drink Wise, типа пей с умом. Ну я такой, ха-ха-ха-ха, ну это 100% не работает. Взял, чисто так на будущее, но за тест, когда буду. Так вот, Drink Wise, и рядом с ним было некий препарат Адора. Как оказалось... Мы типа такие с Олькой смотрим на него, ха-ха-ха, Адора, все дела. Какая-то непонятная штука, что она делает непонятно. Что она делает непонятно. Так, Адора, вот, да. Что она делает непонятно, выглядит вот так вот. Но по нарративу понятно, что это что-то типа для укрепления потенции, все дела. Я такой типа ха-ха-ха-ха-ха, еще одна бесполезная муть. Купил ее, принес домой. Я люблю эксперименты. Так вот, вчера вечером я эту хрень скушал. Твою мать, ребята, твою мать. Это такой ухахата был. Через 20 минут у меня... Горит лицо, у меня пульсирует в висках, у меня просто так дуется кок, ничего не делая. Сася, ты чё жрёшь бумажного журавлика, не жри. Это просто трындец, это говно работает. Эта срань на серьезных щах работает. Сугубо спал на спине. А писюн стоит, да, просто так надулся. Просто так, вот ни с чего вообще. Вот, и у меня до сих пор от него трещит башка. То есть вот это вот ощущение того, что у меня налилась башка кровью. Сася, встань с клавиатуры, во-первых, встань, дебилушка. Это мой бумажный журавлик. Вот. Санитар, главное скажи, Оля жива? Оля жива. Фу, у Оли ничего не стало. Оле все хорошо, только я принимал эту штуку. Вот, да, и короче, это полный трындец. Она до сих пор, у меня до сих пор звенит в башке от нее. Это просто какой-то... Там написано еще, типа, не принимать гипертоником, гипотензиком и всякое такое, типа, ну, с осторожностью, если у вас какие-то сердечные заболевания. Я не знаю никаких сердечных заболеваний, но это абсолютно странная хрень. Короче, трындец. Первое. Эта срань стоит просто на полке. Она стоила 15 лари. Ну,
это стоило 15 лари за один пакетик. А, интересно, интересно, а Виагра примерно так же работает? В ней мед, кофе, женьшень, всякая куча всякой хрени намешана. Напомни еще раз, зачем ты ее купил и сожрал? Ой, я обожаю всякие такие штуки, которые типа экспериментальные. Новый опыт получается, теперь ты знаешь больше. Да, 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 это просто трындец. Короче, короче, нахера я это сделал, я не знаю. Вот, у меня ощущение такое на самом деле, вот у меня такое бывает, когда я очень долго... Иногда, ну, вы, я помните, жалуюсь иногда на головные боли. Вот у меня, когда эти... Ну, они, как правило, от перенапряжения глаз там и всякое такое. Вот, я держу псину криво и т.д. и т.п. И по ощущениям, вот у меня сейчас предсостояние пред головной болью. То есть вот голова как бы, ну, как бы немножко надута, как воздушный шарик. Но все нормально. Написано, что этот эффект длится 40 часов. Само собой, он уже пошел сразу же на спад, через пару, там, через часик. Вот, но это да, это вообще я встрял на самом деле. Вот следующий в качестве эксперимента — это Drinkwise. Это три пилюли, которые ты должен выпить перед тем, как употреблять алкоголь, и смотреть потом на то, как ты будешь себя чувствовать. С наркотиками экспериментировался, там много новых ощущений может появиться. Не, наркотики вызывают зависимость. Эта штука не вызывает зависимость, это просто интересно, как это работает. Я в шоке был от того, что это действительно работает. Только честно вам скажу, по моим ощущениям, скажем так, если у вас писос не может надуться без нее, то, наверное, это прикольная штука. Потому что во главе стола надутый писос. Но если у вас все нормально, как у меня с этим, то это просто куча дискомфорта на несколько часов к ряду. Слава богу, я большую часть эффекта проспал, само собой. Но все равно. Все вы наркоманы мне просто интересно начинаете. Не-не-не-не-не, я не люблю наркотики, потому что они вызывают привыкание. Я из тех людей, которые искренне считают, что вот ты, вот, например, выкурил первую сигарету, у тебя уже вырабатывается привыкание. Выпил там первый пивас, у тебя уже вырабатывается привыкание. Просто оно дело происходит очень постепенно и ежедневно. Вот. На самом деле про алкоголизм я вот, у меня нету такого прям запойного, водочного, ярко выраженного алкоголизма, но вот легкая форма алкоголизма у меня точно есть, потому что стабильно раз в пару недель я выбираю с каким-нибудь братишкой куда-нибудь посидеть, попить пивка. То есть, типа, это уже часть моего такого скуфдосуга. Какой-то ты непоследовательный. Почему? А где логика нарушена? А наркотики я не понимаю, потому что это вредно очень сильно для организма. А это типа, знаешь, сказали, что это типа ха-ха-ха, какой стимулятор. Вижу диско Элизиум на расписании. Будешь сначала проходить или продолжить старый сейф? Сначала мы решили. Мы решили сначала. Так что все будет нормально. Значит, да, мне написал Just Observer, чтобы мы брали Явика. Он еще не досмотрел в записи, но он явно не понимает, насколько хер ему наворотник. Потому что, черт из два, там будет Явик, когда у нас Ария все время. Ну, хоть вино не клещешь литрами, у вас там в Грузии его столько, что реально бы спился. Да, я, кстати, просто не люблю вино. Мне в этом плане просто повезло. Если бы я рос в Грузии и... Вина тут очень много, очень дешево. То есть, если пить, то вообще пить вино. То стоит писос, то не стоит. Подожди, я не говорил, что не стоит писос. Когда я говорил? И может быть, в качестве разгончика только. Я еще слишком молод для этого. Вот еще годик и точно перестанет. То можно попробовать. Да нет. И ты пойми правильно, эту хрень я нашел на полке в магазине. То есть это типа, знаешь, типа ухаха товары. Понимаешь, я нашел это на полке рядом с
с продажей стевии и т.д. и т.п. Я абсолютно никак не ожидал, что у этого есть хоть какой-то эффект. Моя мысль была такая, типа, сейчас я выпью сладкую жижу, и ха-ха-ха, не будет никакого эффекта. И каково же было мое удивление, когда через 20 минут я получил полный эффект, в то время как сижу и играю в компьютерные игры. Или раз в пару недель с братишкой пивка ты называешь легкой формой алкоголизма, ты точно знаешь, что такое алкоголизм? Ну, так нет, ну в смысле, ну легкая форма, а чего ты хотел? Все очень просто. Чтобы понять, есть у тебя зависимость или нет, исключи это и посмотри, как твой быт будет строиться вокруг этого. Зависимость, она бывает и просто психологическая. Когда ты уже просто банально не видишь в себе других способов взаимодействия без. Например, это является алкоголизмом, то если ты встречаешься со своими братишками, и вы на самом деле не можете найти никаких общих тем или еще что-нибудь в этом духе, если просто там не поедите шашлыков с пивком. Вот, потому что быт выделяет сознание. Да. А зачем тебе писать, ты же 30-летний маг-десник? Считай, что это моя волшебная палочка. Вот такие пироги. Да, вот это вот история моей жизни вчера. Как видите, жить сложно, если ты идиот. И немного весело, конечно. Ты апнуть, вернусь сейчас, хоть сейчас не хочешь? Хочу. Я просто полетел на ферраричах наверх. Сейчас у меня триплетики сами будут собираться. Правда, порядок такой себе. У меня не умер ни один юнит! Ах! А, нет, умер. Ух, слава богу. Он последний умер 6 часов, про последний бой ни слова. Вау. Вот это да. Вот они. All right, my turn. What's the first order an alliance commander gives at the start of combat? I give up. Correct. All right, big guy. What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spiky monster? Friendly fire. Come on, that one goes back to Shang-Chi. You gotta respect the classics. How many humans does it take to activate a dormant mass relay? 602. 600 to vote on it, one to ask the Asari for technical help, and one to request a seat on the council afterward. How do you know when a Turian's out of ammo? He switches to the stick up his ass as a backup weapon. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? You're shitting me! The Turian military has one about me? Oh, absolutely. I heard it myself from a private backup. Right. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? So their Marines can beat someone in hand-to-hand drills. Damn, you need to tell James that. Hey, what's the hardest part about treating a Turian who took a rocket to one side of his face? Figuring out which side took the rocket. О, боже мой! Восхитительно! Ай, хорошо. Правильно, турель для слабых, ты сильный. А, точно, у меня же турель здесь наверху.
Что ж ты молчал-то? Дед, тебе нормально? Факпов. План. Я слышал, что победитель из Электопии, но... Что но? Что но, мудила? Что но? Я уже вашу сраную планету спасал 4 или 5 раз. Что но? Я тупо лучший нет-батлер всех времен и народов. Что но? Что но? Что ты хотел сказать? Ну? Давай. Я слушаю тебя. Что мне сделать, папа, чтобы ты был мной доволен? Когда ты будешь мной гордиться? Ой, хорошо. Что план? Послать Нави на астероид? Мы не можем даже начать. Я знал, что это слишком... Слишком тяжелое задание для шестиклассника. Я сейчас кину контроллером в монитор. Я сейчас просто кину контроллером в монитор. Это мудачье. Не нашло никого. Не нашло никого, кто мог бы подойти на эту роль лучше. Вы все сугубо обоссыши и опущи. Что пришлось это делать ребенку. И теперь комментарий. Ты посмотри-ка. The lion, the witch and the audacity of that bitch. Не так. Есть еще одна, другая опция. Что же это? Послать другого Нави. Так это же так просто. Чего нет-то? Ну, у вас там есть второй чел на турике, тоже скилловый, тип, ну, чего вы унываете? Так можно просто по списку пройтись. Мегамен! Мегамен! Анал. Мегамен, это ты? Опа! Откуда ни возьмись, три брата-акробата со щитами. Вас не было просто миллион тысяч часов. Вы даже на горизонте не появлялись. И тут вы в последнем... И рояля. Вообще, крайне... Картинка-бомба, фолькор. Че, ребята, попробовать сегодня DrinkWise? Hangover Recovery Support. Мне кажется, нам, алкашам, даже такие выдуманные поводы подходят. Попробовать DrinkWise? Папа, не пей. Папочка хочет потанцевать со своей доченькой. Так, только ВК в очередь добавил. Ужас. Сочувствую тем, у кого не жиза. Once things are wrapped up here. I guess at some point it'll get pretty hard to hide it. You know if she's gonna keep it? А вы можете... У вас есть абортарий? У вас есть... А, вы медикаментозная, да? В смысле... Вот это вы даете. Что значит кипит? Удар в живот? Не, ну блин, нет, братан, это не... Это чтобы родился... Это чтобы родился турбопатриот. Удар в живот. Если хочешь, чтобы сын шаманом вырос. Пока Саша все крати. Аквариум. Right next to that Ferris wheel. I was hoping Tommy has the same info. Damn it.
Looks like we're swimming. Поплыли. Уже у тебя хорошее настроение. Да у меня всегда хорошее настроение. Да я всегда шучу чернушно и херово. Так, ноль. Так, что у нас тут есть, что? Так, на X сплывать. Вот. Просто обычно люди меня не понимают. Я вчера был в одном шаге от того, чтобы своей маме... Моя мама скинула... Сейчас находится... Моя мама сейчас находится в Петрозаводске. Она на дне рождения своего младшего брата. И она мне скинула, как моя двоюродная сестра купается в ледяной проруби. Вы себе не представляете, каких сил мне стоило не написать ей «Спасибо, подрочил». Просто не представляете. Ну это же был просто... Ну это был бы просто угар. Ну никто бы не понял. Сейчас он такой... Сейчас он не заметит. Так, давайте... Типа... Снять глушитель. Теперь у меня не торчит только ствол. One shot, one kill. Да. Danny or some stone dreadlock Jamaican, well, you're all being racists. Creepy Japanese men can be cabbies too, you know. But women should never be allowed to drive. Да сейчас за меньше твиттерский суд карьеры лишает. Зато у нас такого не было, потому что у нас с вами всегда была... Покажите этот твиттерский мод. Tommy, please forgive me for bringing you back to life. I know now that it could never work between us. As much as we wanted to, it could never be. Not because you're a rabbit, but because you're black. Слушай, ну ты басуи, хотя бы для приличия. А, ну да, осуждаю все вышеперечисленные шутки. О, но боже, я могу осуждаю. Ответить, что это? Невероятно о, смешно. Боже. Ну окей, расизм тут есть, что еще? А, ну конечно же, вкинуть какой-нибудь бред. Бедные хоум-юзеры, которые включили вкладку на втором экране. Фу, что за кринжуха играет. Ты не слышал еще? Это теперь хит сезона, братан. За музыку можешь ненавидеть Эннио Морриконе. Так, Макошич, выпить еще. Такой же я есть, Дансер. Да. Я не могу перестать орать с этой композиции. Два героя на выбор. Почему у тебя два героя на выбор? Мы с тобой на рандома попались, выходим. Что это такое, сударыня? Что такое, у меня сударыня? Мы с тобой из лобби, походу, вдвоем вылетели и попались на рандомов. А... Так, рейтинг команды минус 50. Пофиг. Как мы с тобой вылетели? Я с тобой не рейтинг апать пришел, если что. Сейчас я тебя кикну и заново добавлю. Вот это... Нас на двух разных людей кинуло. Да, я понял, да, у меня сударыня была. Блин, сударыня, между прочим, жаль, она стала жертвой. Она стала жертвой близардского скама. Бедная сударыня. У нее еще чугал выпал. Два героя на выбор, сударыня, без батлпасса. Думала, сейчас мы в чугалов поиграем. Такая, блин. Я уже просто всю вот эту вот жизнь трагическую пережил. Чел просто взял и ливнул. Для приматов, лишь частично затронутых эволюцией, вы выглядите довольно крепкими, а выражение ваших лиц указывает на обостренное чувство справедливости и отсутствие важных дел. True and real. Я смотрю, этот робот любит похамить.
А если я предложу вознаграждение? Мне известно, что в человеческом обществе принято ограничивать доступ к жизненно важным ресурсам и обменивать их на бесконечный труд мити. Да, она реально, по сути, предложила стать стримером, чтобы пойти заработать. Или в казик подняться. Драконы тоже фурии? Разве фурии не только пушистые существа? Я тебе больше скажу, если у тебя русалка, если у тебя, если у тебя русал, у которого сверху тело рыбы, прям такая, знаешь, типа рыба, а-ба-ба-ба-ба, вот это вот, с большими глазами по бокам, а внизу ноги и пенис такой болтается, это фури. Deal with it. Сидит, скучает. А, мне нравится визуальное повествование. Такой сидит, типа, кто же это будет? Это напомнило мне школьные годы. Школьные годы, когда я никогда не делал домашнее задание по алгебре. И учительница как бы все время такая... Ты не делаешь домашнее задание по алгебре, поэтому я буду тебя вызывать к доске, чтобы ты разбирал задачки по этой алгебре. И типа, а сейчас, я прям, у меня флешбэчечная, она такая, типа, а сейчас мы будем разбирать задачи. Я такой, а, сука. Такая, кого же мне выбрать к доске? Я такой, блин. Да-да-да, в общем и целом. Меня вызвали к доске, позорили перед всем классом, пососили за то, что я такой нубас. Но иногда я что-то мог решить, так что все нормально. Руба написал? Нет, 3D Fruit. Почти. Ну, 3D Fruit почти. А Крилл нет. Так, подожди. Подожди, что это за слово? Акрил. Тут может быть... Акция, что ли? Акция жопка. Акция. Акции твердый знак. Ой, акция жопка. Сегодня, представляете, где-то утром в 11-10 часов я просыпаюсь от того, что кто-то неистово засунул ключ мне в замок и начинает там просто помидорить со всех сил, такой вот так вот. И я в пижамке с маской для сна, весь потраханный, взъерошенный. Вот такой вот стою. Подхожу к двери. Открываю. Смотрю на человека. Грузиночка такая. Ой, да я перепутала. Мне же не сюда. И все. И ГГ. Я, может быть, потерял юнита какого-то, ребят.
Может быть, этого юнита просто больше нету в игре? Я Палеомурлока убрали, ребят? Палеомурлок удален из игры? Палеомурлок удален из игры. Это единственное объяснение разумное. О, ничего себе, бухгалтер. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Ну, нормально, здорово. На 10-м ходу можно уже и получить бухгалтера. Почему нет? Чего? Чего нет-то? Чего нет-то, когда да? Так, иди сюда. Ребят, я действительно, я в лимбе? Я, может быть, умер как-то? Такое бывает? Такое бывает? Такое бывает? Такое бывает вообще? Вы не могли бы, пожалуйста, дать мне одного палеомурлока? Одного! 11-й ход! 11-й ход, я играю на флургле! Какого, мать твою, хера? Клоунская ты фиеста! Ладно бы они на столе у кого-то были, так нет же! Алло! Баса Жабр пришел, наконец-то. Тебя я, конечно же, возьму. Предсмертный хрип. Господи, да ты что? Да поглядите-ка. Просто шибануться, ветви гнутся. Это бывает. Это, оказывается, существующий юнит. Да ты что, мать твою? Да ты что? Да ты что? Да годи. Шикарные ракушки с твоей жопы. Так, здесь чё? Афанада. Отличный раз. Голован за 4 монеты. То, что мне нужно. Что с боевым ключом? Давай. Давай, я верю в тебя. Отлично. Монетки тут говна. Злобная карга сойдет. Она хороша на затычку. Давай, иди сюда. Ай, кошечки, кошечки. Мария Иосиф. Мария Иосиф, что-нибудь. Я прям, как бы, честно говоря, я уже даже не зол, я просто впечатлен. Я просто впечатлен. Да, я просто впечатлен, да. Здесь эту штуку можно закинуть, здесь вот так. Я даже не зол, ребят, я даже не зол, я просто впечатлен. Я впечатлен. Я впечатлен. Этот чел с говной какой-то сидит. Это бывает вообще? Это просто ваналы истории. И разработчикам заодно.
один. 13-й ход, один палеомурлок на Плургле. Я даже, мне даже считать это... Один палеомурлок на Флургле, играю против мехов и нежити. Мне даже считать не надо, чтобы понимать, что шансы этого дерьма меньше 5. Думаю, что где-то в районе 1-2, блин. Не-не-не, я верю. Я верю, будет. Будет. Не сейчас, может быть, не сразу. Но будет, я верю. Я верю, ребят. Будет, точно. Так это сойдет. Вы издеваетесь, что ли? Что это? Алло? А какого? Я не понимаю, может они кто-то... Они скупили палеомурлоков просто? Не собрать водного щитовода, не собрать басажабра. Они у меня в руке. Они в другой катке, что ли? Нет, серьезно, почему? Этого не может быть. Саша, это я, твой единственный полевомурлок разведчик, годами создавал иллюзию, что есть в магазине. Но правда такова, что я все это время был у тебя. Был тут у тебя, сейчас ты не найдешь ни одного мурлока в магазине. Я нашел реально одного полеомурлока. Я играю на Флургле, 16-й ход. Я нашел одного полеомурлока разведчика, в то время как я по фокусу их искал. Справедливости ради, я серьезно, я на... Можете попытаться подсчитать сами. Шансы этого меньше 1%. Меньше. Со всеми голованами, со всем дерьмом. Просто меньше 1%. Сука, еще и катка оказалась на 26 минут скама. Хорошо, что Стронгбат не в чате и не видит. Сейчас еще... У меня еще, по-моему, подготовочка прокнула. По-моему. Ладно, нет, повезло. Ой, базарит. Я бы отрубил правое яичко. Чтобы он был Ев. Или может быть левое, чтобы он был Нух. Нух, лучше левое. А такое бывает? Бывает лактация без... Даже я могу лактировать? Я могу лактировать, Оля? Рихак-сама. Дела нормально, нереально. У нас все нормально, реально,